Привет, это программа «Кино в деталях» и я ее ведущий Федор Бондарчук. Смотрите сегодня выпуски. «Брэд и паразиты». Анализируем итоги «Оскара» в рубрике «Люди в Голливуде». Я вас обожаю. Рецензия за 150 секунд. Самый быстрый кинокритик Никита Карцев на детали разбирает фильм «Моя собака – идиот». Много вы фильмов видели с таким названием? Ну, я вот, честно, первый встречаю. Сделаем это не спортивно, но по-быстрому. Твой любимый вид спорта, чтобы заняться самому? Диванный лёшкинг. Ты мастер спорта по лёшкингу? Международного класса. Неиграющего тренера из второго льда Сергея Лавыгина допросил Иван Закадров. Трижды врач и уже второй раз гинеколог. Я уже в этом профик, так что я очень подхожу на эту роль. Егор Корешков в рубрике «Интервью». Музыкант, барабанщик может отбить ритм на чем угодно. Хоть на подошвах ботинок, хоть на стуле, например. Вот этом. Давай попробуем. Вита Корниенко, 9 лет и 85 ролей в кино. Обсуждаю твои картины с твоими одноклассниками? Я им не говорю то, что снимаюсь. Марта Тимофеева, 10 лет и 50 ролей. Вообще в школу тебе удается забегать иногда? Ну, вообще, да, пока терпят. Удивительные дети. Сегодня в гостях у Федора Бондарчука. Еще снимаясь в «Призраке» с юной звездой Семеном Трескуновым, я понял, какой актер в детей напряженный график. Они действительно на расхват. И сегодня у нас в гостях две самые востребованные юные актрисы, почти ровесницы. Вита Корниенко и Марта Тимофеева. Героини многих популярных фильмов и сериалов. И у обеих состоялись важные премьеры. Фильм «Лед-2» и сериал «Филатов». Об этом и не только мы сегодня поговорим здесь, в студии программы «Кино в деталях». Они потрясающие, действительно свободное поколение, они как рыба в воде, это потрясающе. Действительно, работать с ними, ты от них получаешь энергию. Вот вспоминаю Семена Трескунова, он меня там благодарит, я говорю, да это я тебя благодарю за свою роль, понимаешь? Потому что я вообще ничего не играл, я за тобой путешествовал, и от тебя энергию, как энергетический пруд, я от тебя питался. Конечно, все артисты, которые ими окружены, эти дети, конечно, они получают... большое удовольствие, во-первых, от работы, но и, конечно, они питаются, они по-другому существуют рядом с ними. Они уже звезды, они узнаваемые на улице, их знают все, и у них фан-зона детская и так далее. Но вот как это будет дальше, в общем, я бы крепко задумался. Вита, Марта, здравствуйте. Рад видеть вас здесь, у себя в программе «Кино в деталях». Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Так, значит, Вита... поздравляю тебя с премьерой «Лед-2», который идет сейчас в прокате. Марта, нас с тобой поздравляем с «Филатовым» сериалом, который сегодня стартует на нашем канале СТС. Скажи мне, а сколько у тебя ролей в кино вот сейчас? 10, 20, 30, 50? Ну, 85. 85 ролей. 85. Марта, а ну-ка давай поговорим. У тебя сколько ролей в кино? Ну, у меня точно меньше, чем у Вита. Вита у нас рекордсмен. Спасибо. У меня где-то 50-60, но я не помню, я уже не читаю. Вообще в школу тебе удается забегать иногда? Ну, вообще, да, пока терпят. Ну, просто мы все время приглашаем нашу учительницу на премьеру, и наша учительница сразу говорит, Марте все можно, даже домашку не делать. Ну, подожди, но ты же сдаешь все, экзамены, как ты во время съемок ты занимаешься, а потом приезжаешь в школу, сдаешь, как это все устроено? Ну, во время съемок я не занимаюсь, у меня нет такого учителя, который приезжает на съемки, я с ним учу. Я только на съемках могу сделать домашнее задание. Если я не напишу диктант, потому что я буду на съемках, я его просто потом буду переписывать. Вита, а как ты? Как твоя жизнь складывается? Как ты учишься и снимаешься? У тебя под 90 ролей. Но это все-таки в году. Ты сколько снимаешься? Полгода снимаешься? Ну, у меня, в принципе, в году, можно сказать, не всегда съемки. То есть весь год снимаешься? Расскажи, как ты учишься? У меня просто учительница очень хорошая, и
она понимает все. И, ну, я на съемках делаю тоже домашку, вся. Потом прихожу в школу, если я пропустила, я сдаю. Что-то все тесты делаю, то, что пропустила. Ну хорошо, как одноклассники к вам относятся? Как в школе принимают фильмы с вашим участием, они видели? В школе, конечно, все смотрят, там за мной смотрят и сериалы. И, кстати, один раз приходили прям группой, ну, с классом на фильм «Время первых». Ну вот это я хотел спросить. Приглашаешь на премьеры одноклассников? Да, приглашаю, и мне кажется, им нравится смотреть на меня. Вот. Так, Вита, тебя на улице узнают? Ну, можно сказать, не уснут, но только бывает, когда выходим из подъезда, какая-то бабушка подойдет и скажет: «Ой, я тебя там видела». Ну, а в школе как ситуация? Вот когда в класс попадаешь, обсуждают твои картины с твоими одноклассниками? Я им не говорю то, что я снимаюсь, потому что... Ты не говоришь, не рассказываешь? Нет. Я... А как это я получается? Вот не считаю, то, не что это круто. Ну, некоторые знают, те, кто знает, ну, знают. Те, кто не знает, ну, те не знают. Ну, потому что... Зачем? Вот я не считаю, что... Вот у нас в классе есть тоже, который кто-то занимается танцами, кто-то поет, кто-то занимается футболом, плаванием. Вот, а я снимаюсь в кино. Ну... Нет, ну это мудро. Здорово. Март, а ты помнишь свою первую роль в кино? Да, у меня первый фильм был... Ну подожди, сколько тебе лет было, помнишь? Да, мне было тогда 3 года. Это короткометражка «Тыква» называется. Мам, а это тебе тыква, а я кто? Ты всегда моя дочка. Хорошо, что ты тыква. Ты вся моя. Я, конечно, смутно все помню, но мне мама рассказывала смешную историю, когда она меня привела на кастинг, но я ничего не сделала, то, что нужно было, она меня привела на кастинг, 3-летнего ребенка. Привет, это кастинг, но так. Я сделала все наоборот, потому что там нужно было отодвигать кашу и говорить: «Фу, фу, невкусная каша». А я делала все наоборот. Я ела эту слипшуюся холодную кашу и говорила: «Ням-ням-ням, вкусная каша». Вот. И уже на кастинге было понятно, что со мной каши не сваришь. И потом... Потом мама очень удивилась, когда ей позвонила режиссер и сказала то, что она хочет снимать меня, потому что она всем показывала мои твою пробы. Кашу. Да. И все очень хохотали. Я правильно понимаю, что мама следила за кастингами, и как бы мама помогла тебе прийти в кино и ездила с тобой на кастинги? Ну да, обычно она со мной едет на кастинги, да, и... Она мне часто помогает там со сценами. Сложными. Текст с мамой учишь? Текст я обычно, ну, могу и с мамой, могу и сама, так. Иногда с мамой, иногда сама. Вид. А у тебя какая первая роль в кино? Я помню, мне было 2 годика. Это... Как ты помнишь, у тебя было 2 годика? Я помню, что это называлось короткометражка тоже, «Макарошка». Да, и я была... Девушка макарошки. Я помню то, что мы сидели с сестрой все время между кадрами, сидели, что-то делали в планшете. Сестре сколько лет? Она старше, младше тебя? Она мне на 10 лет старше. Вы вместе пошли? Она снималась, а я просто бегала по площадке, и мне сказали: «Пойди сниматься». Я говорю: «Да». Они говорят: «Ну, тогда». А, то есть ты вместе с сестрой пришла на площадку, да? То есть ты не собиралась идти на пробы, просто оказалась на площадку, и тебе предложили сниматься? Просто у меня сестра снималась, а да. Мама ездит с моей сестрой, потому что ей еще было... Только получается, если мне было 2 годика, ей было 12. И мама ездила с сестрой. У меня, получается, я все время тоже с ними. А как карьера сестры складывается? Чем она занимается сейчас? Снимается. Снимается во все. То есть вы обе в семье актрисы? Да.
Ну а теперь наша рубрика «Люди в Голливуде». И, конечно, сегодня она посвящена «Оскару». Обсуждаем его итоги с Екатериной Силаевой. Важный итог прошедшей церемонии. Она окончательно превратилась в площадку для политических высказываний, причем иногда без лишних слов. Самый обсуждаемый наряд на красной дорожке не декольте Скарлетт Йоханссон и непрозрачные кружева Руни Мара, а глухой кейп Натали Портман, молчаливый упрек американской киноакадемии. На нем вышиты имена женщин-режиссеров, которые не были номинированы на «Оскар» в этом году. За 92-летнюю историю премии номинацию в категории «Лучший режиссер» получили всего 5 женщин. Едва ли не главный мем прошедшей церемонии – брови Мартина Скорсезе, которые выражают отношение мэтра ко всему, в том числе и к тому, что академики обделили его ирландца. Фильм, один из фаворитов «Оскаровской гонки» с 10 номинациями, не получил ни одной статуэтки. У еще одного очевидного претендента на победу однажды в Голливуде Квентина Тарантино только приз художнику-постановщику и Брэду Питту за лучшую мужскую роль второго плана. Это для моих детей, которые добавляют красок всему, что я делаю. Я вас обожаю. Этот год для Брэда знаковый. Он, наконец, пришел в себя после развода, начал восстанавливать репутацию и выпустил 2 больших фильма. Первый актерский «Оскар» в карьере для 56-летнего Питта сейчас как нельзя кстати. Ну а Лори Дёрн первый «Оскар» в коллекцию принесла роль второго плана в «Брачной истории» Ноа Баумбака. Лора сыграла адвоката по разводам и свою награду посвятила родителям. Некоторые говорят, никогда не встречайтесь со своими кумирами. А я скажу, если вам правда повезло, то в кумиры тебе достаются твои родители. Я делю эту награду со своими кумирами в актерском ремесле, моими легендами Дианой Лэтт и Брюсом Дёрном. Вы победили. Я люблю вас. Кстати, прийти с мамой на вручение премии – новый оскаровский тренд. В компании мам были замечены Киану Ривз, Брэд Питт, Сирша Ронан и Леонардо Ди Каприо. Последнего в номинации за лучшую мужскую роль обошел Хоакин Феникс. Он получил статуэтку за роль в «Джокере». Впрочем, другого никто и не ожидал. Это действительно одна из самых мощных актерских работ в карьере Хоакина. Плюс академики уважают чужие страдания. Феникс для этой роли похудел на 23 килограмма, превратившись в живой скелет. Получая статуэтку, он еще раз напомнил, что ему, как и всем в этом зале, повезло говорить здесь за всех, чьи голоса не слышат. Я думаю, когда мы говорим о гендерном неравенстве, о расизме, правах сексуальных меньшинств, коренного населения или животных, мы говорим о борьбе с несправедливостью. Мы говорим о борьбе с убеждением, что одна нация, одна раса, один гендер или один вид имеет право безнаказанно доминировать, контролировать и эксплуатировать другие. На церемонии Феникса сопровождала его невеста Руни Мара, которая вот так смотрела на своего жениха и вот так ела с ним после вручения веганский сэндвич. Это фото – настоящий хит «Оскара» 2020. Ну а награда за лучшую женскую роль досталась Рене Зельвегер, которая сыграла Джуди Гарланд в байопике «Джуди». Вполне предсказуемо. Во-первых, эта блестяще исполненная роль уже принесла ей целый ворох наград, в том числе «Золотой глобус». А во-вторых, американские киноакадемики любят биографические картины. Наши кумиры объединяют нас и вдохновляют нас искать лучшее в себе. Когда мы смотрим на наших кумиров, мы заодно. И это то, что имеет значение. И, наконец, главная сенсация прошедшего «Оскара» — южнокорейские «Паразиты», которые сорвали джекпот. Лучший сценарий, лучшая режиссура, лучший международный фильм и, главное, лучший фильм. Впервые за всю историю премии в этой номинации победила картина, снятая не на английском языке. И «Оскар» получают... «Паразиты». Всем привет! Я хочу поблагодарить режиссера По. Спасибо. И мне нравится в нем все. Его улыбка, его безумная прическа, его походка и манера говорить. Но больше всего мне нравится, как он снимает кино. И без наших корейских зрителей мы бы здесь не стояли. Спасибо вам большое. Спасибо. Это женщина, которую зрители овациями вызывали к микрофону и которой внушительная корейская делегация доверила заключительное слово Микки Ли, могущественная фигура и легенда южнокорейской индустрии развлечений, продюсер и инвестор. Цель всей ее карьеры – вырастить новое поколение корейских режиссеров, которые прославятся на весь мир. И, похоже, Ли это удалось. Южная Корея получила свой первый «Оскар», точнее, сразу 4. А значит, премия Американской киноакадемии наконец открыла границы –
и стала по-настоящему международной. Марта, а ты была на сцене, на театральной сцене? Я была на театральной сцене, конечно. Вот. Это когда? Как это, конечно? Это где ты была? У меня есть спектакль в Большом театре. Ах, у тебя еще и спектакль есть. Да. Рассказывай. Мы снова в студии программы «Кино в деталях», а у меня в гостях Вита Корниенко и Марта Тимофеева. Вита, продолжим. Ну, расскажи про съемки «Льда» второй части. Жора Крыжовников, режиссер. Пришли на съемочную площадку, уже знакомы с Сашей Петровым, и тебе было комфортно. Ты уже практически всех знала. Ну да, и мы с ним еще плюс были на «Кинотавре» тоже. А вы на «Кинотавре». Расскажи про «Кинотавр», как съездила. Я помогала открывать юбилейный 30-й «Кинотавр». Мы там же был огромный, огромный монолог у Саши Петрова. Вы долгое время находились на сцене. И у него огромный монолог, и у меня огромный монолог. Во-первых, ты очень красивый. Ты такой же красивый, как Ален Делон, но только еще лучше, потому что ты моложе. Во-вторых, ты молчаливый, умный. А в-третьих, ты верный, страстный. И потом, мне кажется, ты прошел и огонь, и воду, и медные трубы. Ну вот вы и врать начали, да? Говорите все то, что я хочу сейчас услышать. Марта, ты была на сцене, на театральной сцене? Или только на съемочной площадке? Я была на театральной сцене, конечно. Вот. Это когда? Как это, конечно? Это где ты была? У меня есть спектакль в Большом театре. Ах, у тебя еще и спектакль есть? Да. Рассказывай. Ну, я там не танцую почти. Там такой спектакль детский. Там два акта. Первый акт – путеводитель по оркестру. Второй акт – это карнавал животных. Вот. И это очень интересно. И, конечно, разница большая между театром и кино, потому что вот в театре, например, ты ошибешься, а второй дубль уже не сделаешь. А в кино, если ты ошибешься, то можно. Но меня в театре, если я ошибусь, то меня там подхватит папа, потому что там два героя, папа и дочка. Вот. И у меня там очень надежный папа, который мне всегда поможет. Вот. Скажи, Марта, а у тебя мама балерина? Угу. Да? То есть ты с детства окружена искусством, артистами? Ну, вот я к маме иногда на работу приезжала, там смотрела, как она танцует, вот. А папа у меня музыкант, он играет на тубе, вот, на всяких там группах, там, на сцене. А ты маму на сцене видела? На сцене, да, конечно. А когда первый раз, не помнишь? Маленькая была? Первый раз я уже не помню, но я обычно смотрю на маму за кулисами. То есть театральный ребенок? Ну, можно получается. Сказать. Вита, а ты, у тебя какая семья? Чем у меня мама не балерина. Так. У меня семья косвенно связана с кино. Угу, понятно. Так, давай вспомним наши съемки в Филатове. Ну, большой съемочный период-то был. Сколько? Почти месяца 3-4 точно было в съемочном, да? Ну да, где-то месяца два. На площадке кого из артистов выделила? С кем ты там дружила, с кем общалась? Ой, вот я помню Олеся Садиловскую, она играла мою маму. И... Ну, давай зрителям рассказываем, что Олеся Садиловская играла твою маму, а я твоего папу. Олеся, ну правда, там совершенно дурацкая история получилась. Я когда... Не надо передо мной оправдываться. Это вообще не мое дело. Мам, не надо ругаться. Послушай, так, давай ты пойдем. Иди, пожалуйста, к себе в комнату, я сейчас приду и почитаю твой любимый медицинский атлас. Как будто не расставались. И мне очень понравилось и с тобой, и с ней работать. Вот Олеся Судиловская, она такая часто рассказывала шутки, она очень смешная и добрая. И каждый раз, когда я приходила на съемочную площадку, она такая меня спрашивала: «Марта, ты по мне скучала?» Я говорю: «Да». Потом она меня такая спрашивает: «Плакала по мне?» Я говорю: «Да». Вот. И с тобой мне очень понравилось работать. Спасибо. Одним из наших с Мартой партнеров по сериалу «Филатов», который стартовал сегодня на нашем канале, стал артист Егор Корешков. И сегодня он герой нашей рубрики «Интервью». У нее разрыв селезенки. Доктор Коваленко.
свободен. Егор, расскажи мне, сколько врачей набралось уже в твоей фильмографии? Ну, а пока, наверное, два с одной и той же специализацией. Ну, во-первых, все-таки не два, был еще Чехов. Ну, тогда он еще для себя не решил, какой путь он выбирает. То есть мы снимали именно про тот период, когда он решается быть писателем или становиться врачом. Ну, тогда получается как бы 2,5. Да, так выпало, что я уже дважды играю гинеколога. Первый раз «Жизнь впереди». Это снимал Карен Оганесян по сценарию Жоры Крыжовникова. Да, и вот второй раз сейчас в сериале «Филатов». Конечно же, эти персонажи разные. В «Жизни впереди» он был такой скромный, нерешительный, с заиканием. А в «Филатове» противоположность полная? В «Филатове» это такой боевой, настроенный на большие перспективы в своем направлении, берет на себя периодически такую ответственность, которая как бы недопустима. Селезенку удалили, все обошлось. Филат? Как обычно. Но на глаза тебе лучше ему не попадаться. Ну а тебя удивило, когда вот второй раз тебе прилетел сценарий, где ты опять врач и опять гинеколог? Удивило. И с другой стороны, я тогда сказал, ну, я уже играл, я уже в курсе, так что я уже в этом профик, так что я очень подхожу на эту роль. Егор, у тебя хорошие руки, но к ним нужна голова. Понял. Я ошибся. Больше не повторится. Ну, повторится, не повторится. Следить за тобой уже не будет. Ты уволен. Ты переиграл много разных вариаций Ромика из «Горько». Такого слабого, неуверенного парня. Вот можно сказать, что Ромик определил твое актерское амплуа? Нет. После выхода «Горько» приходило, в общем, несусветное количество предложений, аналогичных по персонажу, по всему, но только, наверное, менее талантливых. И, конечно же, я практически от всего отказался в тот период. Мне как раз было важно, чтобы это не сложилось как мое амплуа, то есть это не закрепилось за мной. Ты часто в интервью повторяешь, что подумываешь о режиссуре. Почему до сих пор ничего не снял? Меня, наверное, останавливает какой-то... Как эта фраза была? Буковский, что ли? Про то, что у глупых людей нет никаких границ. Они вот делают, и вот что захотели, то и делают. А умные люди, они как бы всегда как бы осторожничают и боятся сделать лишний шаг, потому что слишком ответственный это шаг. Я боюсь делать этот шаг, то есть я... Все время ищу какой-то материал, чтобы начать снимать. С автором еще пишем полный метр сейчас. Про что твоя история, которую ты пишешь? В двух словах. Я пишу об Александре Блоке. Вот это да, это неожиданно. Да. И сыграть ты хочешь Александра Блока? Да. Ну, действительно, Чехова сыграл, молодого Блока сыграешь. Кудри тебе завьют, и в общем... Ничего себе! На вот самом деле, да. Я до конца не уверен, как бы, буду ли я его играть сам, потому что я не знаю, ну вот у Данилы как-то получается и сниматься. У Козловского. Да. У Михалкова как-то получалось. Я правильно понимаю, что ты по-прежнему играешь на вечеринках как диджей? Периодически, да. А это такое так... хобби, так. То есть ты так не зарабатываешь, это не может стать второй профессией. Ну, во-первых, это как бы, на мой взгляд, трудоемкая очень вещь, потому что для меня это, наверное, сравнимо с театром, когда ты играешь одно и то же. И, конечно же, ночами работать, ставить известные треки как бы по 15 ночей в месяц, ну, это, не знаю, тяжело. Ты не только диджей, ты музыкант, ты барабанщик. И когда-то у тебя была даже группа музыкальная, в которой ты играл на барабанах. И у нас есть профессиональные барабанные палочки. Вот они. Давно ты их держал в руках? Давно. Наверное, последний раз, когда я как раз играл для отеля «Леон». Вот насколько я знаю, музыкант, барабанщик может отбить ритм на чем угодно. Хоть на подошвах ботинок, хоть на стуле, например. Вот это. Ну... Егор! Давай попробуем. Блин, нет, это все плохо очень. Блин, хотя бы сказали, я бы подготовился бы, что-нибудь какое-нибудь. Смысл в том, чтобы не готовиться.
Нам отлично, нам по-моему. Смотреть какие-нибудь видео Бадди Ричи, как он это делает. Да у нас тут Бадди Рич. Я бы с удовольствием, конечно, взял бы какой-то такой челлендж сыграть какого-то барабанщика, как в Whiplash. Одержимость. Одержимость, да. Это, конечно, очень интересный был бы опыт. Жду. Может быть, сам напишу этот сценарий. Кстати, да. И сам сниму, и все сам. Ну, пусть будет так. Удачи. Все свободное время я всегда занимаюсь кино. То есть снимаюсь, вот в принципе, на съемках. Ну, у тебя нет свободного. А дома для себя пишу сценарий, снимаю свои фильмы. Стоп. Вечером. Пишешь сценарий? Поподробнее расскажи. Мы снова в студии программы «Кино в деталях», а у меня в гостях Вита Корниенко и Марта Тимофеева. Вита, продолжим. Про «Лёд-2» расскажи во время съемочного периода. Что понравилось? Ты же стояла на коньках уже, да? Ты подготовлена была. Ну, до съемок я не умела кататься на коньках. Не умела. Я только за ручку. А так. Первый раз я стояла не за руку на лед, а на Байкале. Я тренировалась где-то 4-6 раз в неделю. Как это выглядело? Утром встаешь, едешь на тренировку, вечером на съемки? Или это было за какие-то недели до начала съемок? Ну, когда не было съемок, у меня были тренировки. И когда, если съемки вечером, то я утром тренируюсь. Либо если утром съемки, то вечером тренируюсь. И прыжок! Двойной! Надя! По-русски тебе говорю. Чоктау, выкрюк, Джексон, двойной тулуп. Что непонятного, я не пойму. Все равно мне тройной получится. Нам это не надо. Тройной уже девочки постарше прыгают. Вит, а скажи мне, любимая роль есть? Скажем так, любимая роль, любимый фильм? По-моему, все очень хорошие. Все. Марта, а у тебя? У меня не было такого фильма, который мне не понравился. Ну подожди, ну в детстве что? Ну в детстве. Вот что произвело впечатление, да? Что осталось в памяти? Что повлияло? Фильм любимый, который я посмотрела, не в котором я снималась. Да. Я вот недавно посмотрела, называется «Идти». Это режиссер Спилберг про инопланетянина. Это такое хорошее, ну, мне очень понравилось. И там сам инопланетянин был такой хороший, хотя этот фильм очень старый, и тогда графики еще не делали, но там сам инопланетянин, он такой реалистичный был. У меня, кстати, есть видение его игрушкой. И после того, как я посмотрела фильм, я теперь считаю, что он живой. А на тебя, Вит, какие фильмы вспоминаешь? Может быть, книги, может ну, быть... Мне нравится. Да. У меня много любимых фильмов. Один из них — Т-34. А чем тебе он понравился? Мне просто нравятся всякие танки и войнушки. Там я сделала вот как игра. Так, игра. А вы в игры играете? На телефоне в игры я, конечно, редко играю, если там нечего делать, в очереди сижу, ну, могу поиграть. Но я чаще всего люблю там фильм посмотреть, почитать книгу. У меня очень много интересных книг, вот, и, не знаю, у меня много занятий. Вит, ты расскажи, есть свободное время? Есть, в принципе, есть. Ну, я все свободное время, я всегда занимаюсь кино, то есть снимаюсь, вот, в принципе, на съемках. Ну, у тебя нет. А свободы. Дома для себя пишу сценарий, снимаю свои фильмы. Стоп. Пишешь сценарий? Поподробнее расскажи. Ну, я пишу сценарий, чтобы потом снять, сделать фильмы. Ну, пока... У меня их уже много написано. Но пока некоторые отложились на полочку, потому что то нет времени у меня, то герои какие-то не совпадают, которых мы ищем. Ну, сейчас пишу еще один. А кого ты ищешь? Кто тебе интересует? Какие герои? А вот это, если я раскрою секрет, хорошо, то но, я хорошо, историю. Расскажи мне, а что это за жанр? Сказки, фэнтези или это истории из дня бывают сегодня? Бывают сказки, есть некоторые фэнтези, всякие есть. Марта, скажи мне, а ты снималась в «Гоголе»? Это жанр, как его назовем-то? Да ужастик это настоящий. Ты сам фильм-то видела? Я, да, конечно, видела, но я не так уж и боялась, потому что я знала то, что как это все снимается. А вот я как раз к этому и подвожу. Здрасте. Здравствуй. Здрасте.
Тетя Марушка что-то тебе поведать хочет, но робеет. Марушка, поведай, что тебе надо на тяте? Марушка хочет сережки, как звездочки на небе. Саша Петрова делали грим. Да. Достаточно, ну, долго по времени делала грим. Да. Потом там есть разные, так сказать, персонажи. Все это на твоих глазах происходило. Да. Мне, ну, мне, кстати, тоже делали пластический грим. Ну, давай рассказывай. Да. Я там уже играла маленькую ведьмочку, и мне должны были делать такой хвостик. У меня там в одном моменте должен был такой появиться хвостик. И мне где-то часа три делали этот хвостик, как-то прикрепляли его. Но это было очень сложно, потому что нельзя было не садиться, не лежать. Не лежать можно было только на животе, и меня носили на руках, и там остальные люди такие смотрели на меня и говорили, вот бы мне тоже так на съемочной площадке. Вот. Скажи, а самые сложные съемки, самые сложные и самые легкие, вот расскажи мне, в твоей жизни? Не знаю. Угу. Но лед... Я люблю очень исполнять трюки. Я вот как раз хотел сказать, но «Лед», часть вторая, непростая картина, физически сложная. Ты на льду много провела, ты падала. Я просто люблю это сложно было или просто? Нет, это, с одной стороны, было просто, потому что я просто обожаю исполнять трюки, вот просто. А с другой стороны, немножечко сложно, вот мне кажется, что это... Чуть-чуть было сложно, потому что есть же эмоциональные сцены, надо эмоции делать, и еще трюк одновременно. И я просто обожаю такие сцены. Марта, а у тебя какая, ну вот, сложная просто по отдаче картина? Самое сложное, у меня было много трюков, но самый сложный трюк у меня на съемках сериала «Секта», я должна была так... летать над бассейном. На самом деле в фильме я как будто летала над таким озером, но я летала над бассейном, и это было очень страшно. Меня там на тросы прикрепляли. Да. Но это было как-то особенно страшно, потому что, ну, я боялась там, например, то, что меня не выдержит. И вот. Скажите, кто-нибудь вот от обиды ли, от того, что что-то не получается, или просто от усталости, плакал на площадке? Я не помню такого. Вот. Мне нет. Но ни разу? Проходили все сложности, никто не обижал, режиссер каким-то словом или партнеры? Нет. То есть все ваше ощущение от кинематографа, оно все позитивное. Вам это чуть-чуть... Кайф. Да? Да. А теперь вернемся к фильму «Лед 2», который снял режиссер Жора Крыжовников и привел туда свою любимую актерскую команду. Звезда фильмов «Горько», «Самый лучший день», сериала «Звоните Ди Каприо», Сергей Лавыгин в рубрике Ивана Закадрова. Сделаем это по-быстрому. Сережа, приветствую. Да, Вань, привет. Ну, поздравляю тебя с премьерой фильма «Лед 2». Спасибо, и тебя. Скажи, пожалуйста, кто твой герой в этой картине? Хоккейный тренер. Угу. То есть тебе не пришлось выходить на лед во время съемок? Пришлось, как же, надевать коньки, кататься с клюшкой, с шайбой, в коньках, все по полной программе. Это легенда, без номера. Сегодня этот человек вернулся в родные пенаты, чтобы влиться в команду. Ну ты не расстраивайся, на самом деле молодец. А глядя вот на этих ребят, ты можешь сказать, кто из них играет хорошо, у кого вообще есть задатки чемпионов? Ты же на льду столько провел, посмотри. Мне кажется, вот тот парень, который лежит на льду. Точно. Да. И мне так кажется. Вот сейчас он встает. Да, да. С колен. Мне кажется, он. Твой любимый вид спорта, чтобы посмотреть по телевизору? Футбол, хоккей. А твой любимый вид спорта, чтобы заняться самому? Диванный лёшкинг. Лёшкинг. Ты мастер спорта по лёшкингу? Международного класса. Отлично. Мотоцикл или кабриолет? Кабриолет. Как можно очаровать девушку с первого взгляда? Покажи, пожалуйста. Я девушка. Супер. Часы механические или на батарейке? Механические, с автоподзаводом. Когда ты в последний раз был принципиальным? А вот перед интервью прям. А, да, ты мозг съел. Жить в большой однушке или в очень маленькой двушке? В очень маленькой двушке. В кадре танцевать рок-н-ролл или вальс? Диванный лёшкинг. Накопить или взять в кредит? Накопить. На какой странице ты обычно понимаешь, что сценарий хороший?
пятый по десятый. Ты умеешь завязывать галстук? Да. Где научился? В театральном институте только. Шапку у тебя стильно завязан. Да. И последний главный вопрос. Что тебя раздражает в людях с телевидением? Дурацкий вопрос. И их сегодня не было. Да, а Ване придет сегодня, нет? Ване не будет, к сожалению. А, ну ладно, спасибо. Эдуард, спасибо. Василиса, спасибо, ребята, все, кто Игнат, смотрит. Все, хватит. Да. Все. Всего доброго. Спасибо. А вы дружите? Да. Да. Правда? Да. Это замечательно. Вы же иногда пересекаетесь на кастингах? Да. Да. Ну, а вы понимаете, что вы конкурентки обе? Мы снова в студии программы «Кино в деталях», а у меня в гостях Вита Корниенко и Марта Тимофеева. Девочки, продолжим. А вы обе пересекались в кадре? Да. Да, конечно. А ну-ка, расскажи, ну давайте, рассказывай. Вот. Играли сестер, да? В «Звоните Ди Каприо». Да. Расскажите. Ну, мне кажется, это было очень круто, потому что мы в первый раз снимались вместе, это было очень интересно, и, конечно, фильм-то взрослый, но наши кусочки все были такие веселые. Но там, конечно, была одна сцена, там, где мне нужно было очень сильно плакать, и Вита меня очень сильно щипала, и я так плакала очень хорошо. Спасибо, Вит. Вот. А я помню. У нас была очень-очень-очень-очень смешная сцена. И мы с Мартой там, я помню, соревновались. Помнишь, там, где мы пели крылатые качели и брали, кто больше наберет, и у нас Ну, а вы понимаете, что вы конкурентки обе? Ну, может, не знаю. Это конкуренция есть, но я ее... Мы дружим. Я ее не чувствую. А вы дружите? Мы просто дружим. Да. Да. Правда? Да. Это замечательно. Но тогда расскажите, вы же иногда пересекаетесь на кастингах обе? Да. Да. Ну, что чувствуете? Если мы пересеклись на пробах, если выбрали Мартина, ну, значит, это Мартина роль, моя будет другая. Если выбрали меня, то значит, Мартина будет другая. А ты что скажешь, Март? Я, ну, вообще, когда мы пересекаемся там, например, на пробах, я, наоборот, рада видеть Виту. Вот. Я не чувствую такой конкуренции, не чувствую то, что Виту могут утвердить, а меня нет. Нет, я такого не чувствую. Хорошо, тогда расскажите о фильме, в котором вы сейчас вместе снимаетесь. Ряд 19. Ряд 19. По-моему, это очень страшное кино. Ну... Все действие происходит в самолете, я правильно говорю? Да, мне кажется, это было вообще клево, когда. Да, мне еще очень понравилось. Ну, подождите, давайте расскажем зрителям, что это, по-моему, фильм ужасов. Ну да, это фильм ужасов про девушку, ну, я как раз играю ее дочку, вот, и с ней происходит что-то странное в самолете, и с самолетом происходит что-то странное. Ну, вот этого уже вполне достаточно. Что-то странное происходит с одной из героинь картины и с самим самолетом. Да. Вита, а кого ты играешь? А я, если я скажу, кого я играю, то нельзя, да, все, тогда, да. Так, смотри, Марта, Вита на «Золотом орле» вручала приз. А у тебя были призы? Вот тебя выделяли как актрису? Ты получала награды? Ну, я получала награды, да, и мне это нравилось, но у меня там радость была где-то на секунды две, а потом у меня уже было спокойствие. Например, мама мне говорит, то, что Марта, ты получила вот такой вот приз. И я где-то на секунду три радуюсь, а потом, ну, у меня спокойствие. А если нам, например, мама скажет то, что Марта, завтра ты едешь в парижский Диснейленд, и я, мне кажется, буду радоваться где-то неделю. И лучше, конечно, выдавать премии поездками в Диснейленд. А сейчас наша рубрика «Разбираем на детали» с Никитой Карцевым. На поиски достоинств и недостатков всего 150 секунд. Время пошло.
сегодня у нас на десерт такой необычный французский фильм «Моя собака – идиот». Много вы фильмов видели с таким названием? Я вот, честно, первый встречаю. Ваш пес пытался сделать кое-что со мной. Простите, он так здоровается. Но он напал на меня и стал тереться об мою ногу. Так не здороваются. Главный герой фильма «Моя собака – идиот» – это такой писатель, французский интеллигент. Живет он в умопомрачительной красоты доме рядом с океаном. Когда-то он произвел на этот свет бестселлер, который до сих пор оплачивает его счета. Но вот уже 20 лет как не может ничего путного написать. Зато у него, знаете ли, жена Шарлотта Генсбур и четверо детей, один другого бесячие. И просто они вымораживают главного героя, как только могут, своими требованиями, абсурдностью и вообще молодостью, бунтом. А он-то вроде как бы должен быть главой семьи и всем показывать пример, а сам, ну вот, ничего такого не может. В общем, типичный европейский интеллигент в зрелости, если не сказать, в закате. И вот всю эту идиллию, как можно было догадаться, разрушает появление одного такого пса. Да какой пес? Это настоящая псина с гигантской мордой. Ну давай, 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 зайчик, ешь. Вот так. Черт. Просто он своим присутствием все здесь поменяет. Сваливается он как снег на голову. Непонятно, откуда он, что он. Это такой вот посланник небес. Ну и ходячая метафора всего фильма. Потому что это тот самый отсутствовавший многие годы характер главного героя. Ну и смотрит он на этого пса и начинает, конечно же, немножечко больше себе позволять. Я оставлю идиота. Это его имя. И это его дом. Что все это в целом? Ну смотрите, с одной стороны, комедия про то, как поладить с новым членом семьи, про то, как сохранить тепло и интерес к женщине после 25 лет совместной жизни, ну и это тоже сюда подходит. Может быть, это фильм про то, как найти общий язык со своими подросшими бунтующими детьми, тоже годится. А может быть, это просто еще один очередной французский фильм про невыносимую легкость бытия. Вот смотрите, какие они зажравшиеся там у себя все капиталисты. У него, знаете ли, дом шикарный с видом на океан, а он тут еще недоволен своей жизнью. В общем, мне кажется, это тот самый случай необычного фильма, который похож на все и при этом имеет свою какую-то очень интересную индивидуальность. Ну, как и положено чему-то истинно французскому. Вино там, женщинам, ну или, например, кино. Так, ну, давайте поговорим о серьезных вещах. Гонорары. Вы зарабатываете. На что тратите? Дают вам тратить? Как это все происходит? Вот у меня такой вопрос. А почему все время этот вопрос задают дети? Почему его не задают взрослым? Мы снова в студии программы «Кино в деталях», а у меня в гостях Вита Корниенко и Марта Тимофеева. Девочки, продолжим. Так, ну, давайте поговорим о серьезных вещах, о серьезном вопросе. Гонорары. Вы зарабатываете. На что тратите? Дают вам тратить? Как это все происходит? Вот у меня такой вопрос. А почему все время этот вопрос задают дети? Почему его не задают взрослым? Мне всегда задают. Почему детям его не задают? Почему это всех так интересует? Я тебе расскажу. Потому что очень редкая история, когда дети в таком юном возрасте зарабатывают деньги. То есть, на что я коплю своими гонорарами? А, ты копишь на что-то? Ну да. Я коплю на дом в Лос-Анджелесе с бассейном на крыше, семью кошками. Это хорошая, мечта большой голливудской актрисы. И Финьком. Это лисичка такая с большими ушами. А язык ты учишь? Язык английский, да. Я вообще обожаю изучать английский и читать книги на английском. Вид, тебе не интересует международная карьера? Съемка – главный процесс. Процесс. А все остальное – секрет. Угу. А скажите, а кто принимает решение, вот финальное решение? Я хочу сниматься в этом фильме или я не хочу сниматься? Вот я, например, мне говорят, типа, тебя зовут на эти пробы попробоваться, хотят тебя посмотреть.
Ты пойдешь сниматься? Ой, ой, ты пойдешь на пробы? Или но не ты пойдешь? Что спрашиваешь? А я кого играю? Мне кого предлагают? Так? Да, мне рассказывают вкратце, про что эта роль. Если дают сценарий, то я либо читаю сценарий, ну, если это детский, а если взрослый, то мама рассказывает. То мама рассказывает тебе содержание. Если что, я читаю сценарий, потом соглашаюсь, либо я не читаю, если его не дают, а потом соглашаюсь, либо соглашаюсь, а потом читаю. Слушайте, а было такое, что вы отказывались от проектов? Я не хочу сниматься. Или родители говорили, знаешь? Ну, бывает такое, например, если я смотрю, и там написано «Роль Маша 5 лет». И я сразу маме говорю, ну, мам, ну что я буду 5-летнюю играть, мне же уже 10. Вот, и я недавно снималась в фильме, там, где мне нужно было глотать жука. И мама со мной долго согласовывалась, вот, и она меня сначала спросила, Марта, ну ты вообще хочешь в таком фильме сниматься? И я сразу согласилась, потому что я вспомнила то, что в клипе у Билли Айлиш она тоже глотала паука, и мне тоже захотелось попробовать, вот. Понятно, Билли Айлиш слушаем. Да. Нравится? Да, да. А кто, а российских кого-то слушаете? Российские. Чему белорусских? Николая Баскова слушаю, Сергея Лазарева, ну, кого? Я больше английских слушаю. Билли Айлиш, группа Imagine Dragons, Эд Ширан, Jonas Brothers. А всякие социальные сети у вас есть с картинками? Да. Ну, у меня есть Инстаграм, только я его веду за свою кошку Миру, которую мне Женя Миронов подарил. Вот. Подожди. Евгений Витальевич Миронов тебе подарил кошечку? Да. Ну, хорошо, в следующий раз, когда мы здесь же встретимся, через какое-то время, спрошу вас про мальчиков. Ты в интервью говорила, что на съемках «Оптимистов» тебе понравился Риналь Мухаметов. Как-то вы хорошо провели время. Я тогда еще была маленькая. Замечательно. Я с ним хорошо провела время, вот. Он потрясающий отец. У него, если посмотреть на его взаимоотношения с его дочкой, это какая-то отдельная история, отдельное кино. Дорогие мои, я вас благодарю за то, что вы пришли ко мне в гости. У меня первый раз такие юные актрисы в гостях. Вам удачи, вы прекрасные. Спасибо вам большое. Спасибо. Пошли. На сегодня все. Мы увидимся с вами ровно через неделю на канале СТС. А пока сходите в кино.